Игорь Иванов в бизнесе с 2017 года. Его фирма занимается закупкой и реализацией сырья для производства комбикорма. Когда узнал о возможностях грантовой поддержки в городском округе Самара, поспешил ею воспользоваться. С момента подачи заявки до получения средств прошло 2 недели. У нас своих оборотных средств не столько много, и вернуть проценты банковские, по сути, мы взяли у банка деньги, ну, без процентов. То есть пользуемся ими и имеем возможность вернуть эти проценты. Мне кажется, это хорошее подспорье для малого бизнеса. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в городском округе Самара выделено порядка 17 миллионов рублей. Эти средства предприниматели могут направить на погашение кредита. Обязательное условие – заем должен быть взят не раньше 1 января 2019 года. Кто может получить данные средства? Безусловно, это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые находятся в реестре субъектов. Это те люди, которые работают и зарегистрированы на территории городского округа Самара. Гранты предоставляются до 300 тысяч рублей, и кредит должен быть свыше 500 тысяч рублей. Почти 30 бизнесменов уже изъявили желание участвовать в получении грантов. Получить финансовую поддержку может любой предприниматель. Для этого нужно подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли до 30 ноября. Все выплаты бизнесмены получат до конца текущего года. Подробности можно посмотреть на официальном сайте администрации Самары. Мария Левна, Григорий Плешаков. События.